Три, два, один. В 1982 году НАСА отправила в космос запечатанную капсулу в надежде вступить в контакт с другими формами жизни. В ней были примеры нашей жизни и культуры. Ради нашей и вашей свободы. Предполагалось, что это будет послание мира. К сожалению, его поняли неправильно. Какие-то инопланетные силы прислали всамделишные видеоигры, чтобы нас атаковать. Пакман теперь злодей? Берегись! Донки Конг! Это же просто бочка, она сильно не навредит. Этим летом. Начинай играть! Победить Пакмана можно только с помощью привидений. Вам нужны привидения, вот ваши привидения. О да! Моргала! Иначе проиграешь. Мы единственные, кто сможет это сделать. Шучу, мы все умрем. Я просто... извините. Озвучено каналом «Наука и техника». Пиксели. Я хочу представить вам профессора Иватани, создателя Пакмана. Пакман неплохой. Вот увидите. Профессор Иватани, что вы делаете? Я поговорю с ним. Он мой сын. Привет, мой милый маленький мальчик. Только посмотри, как ты вырос. Это так мило, так мило. Я знаю, ты хороший мальчик. Кто-нибудь, аннигилируйте эту дурацкую штуковину. Летом в 3D.